штраф предупреждает. Курение вредит вашему здоровью. Сейчас вы увидите трюк с настоящей сигаретой. Можете дать мне свитер свой? Отлично. Сразу согласился. Даже не знает, что его ждет. Спасибо. Выходите, одевайте куртку, выходите ко мне сюда, поможете. И вас я попрошу тоже, выходите сюда. Вот вы возьмите здесь. Так. Вы возьмите здесь, вот так вот. Опустите. Вот здесь, короче, пониже. Чуть-чуть, давайте присядем, чуть-чуть присядем. Вот, отлично. Итак, вы держите здесь. Я сделаю в центре небольшое углубление. Вот так вот. А теперь самое интересное. Мне понадобится сигарета. Мы должны вас предупредить, что курение вредит вашему здоровью. Ни в коем случае не курите. Я обещал вернуть вам свитер в целости и сохранности, но я вас обманул. Я опускаю сигарету в центр свитера. Вот так вот. Видите, он уже дымится. А теперь смотрите, сигарета пройдет сквозь свитер. Опа! Смотрите, сигарет под свитером. Давайте посмотрим, что здесь. Медленно растягиваем свитер. О, ужас! Мы часа два не могли снять этот трюк. Очень сложно было найти человека, который позволил бы прожечь свою одежду. Когда я подносил сигарету, люди выхватывали свои свитера и рубашки и просто убегали. Как ты это реально сделал? Офигеть. Людей никаких. Это магия. Было бы круто, если бы он пропалил этот свитер. Вот это было бы круто. Это так. Подойди, и помните, курение вредит вашему здоровью.